Алтынный мель. Алтынный мель – это исключительно своеобразный и изобилующий достопримечательностями национальный парк, расположенный на территории юго-восточного Казахстана. Кстати, это самый крупный парк Казахстана. Он включает южные отроги Семеренческого, Джунгарского, Алатау и обширную прилегающую предгорную равнину и часть акватории реки или Икапшагайского водохранилища. Само название национального парка «Алтынный мель» в переводе звучит как «золотое седло». Общая площадь парка составляет 520 тысяч гектаров. Территория национального парка изобилует археологическими памятниками, этнографическими, историко-культурными памятниками. Из основных достопримечательностей отметить поющий бархан, горы Каутау и Актау, которые поражают своими неизменными ландшафтами, образовавшиеся при разрушении древних коренных вулканических разноцветных осадочных пород. Здесь были найдены останки гигантских древних животных, окаменевшие фрагменты реликтовых деревьев. Флора насчитывает около 180 видов растений, 78 видов млекопитающих, более 2000 видов насекомых, более 230 видов птиц. В 70-х годах прошлого века сюда были завезены куланы, которые хорошо прижились на новом месте. Сейчас в парке насчитывается около 3000 куланов. Ведутся работу об акклиматизации лошади Пржевальского. Парк «Алтынный мель» внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.